Невероятное разнообразие животных, огромное количество эксклюзивных костюмов и тонны декораций. В Самаре продолжаются гастроли циркового шоу «Гии Эрадзе. Пять континентов». Когда самарцы смогут увидеть легендарное представление, в чем его уникальность и почему программы «Гии Эрадзе» — это знак качества. В гостях программы «Город С» художественный руководитель продюсерского центра «Королевский цирк», заслуженный артист России, автор идеи и создатель шоу «Пять континентов» Гия Эрадзе. Смотрите в пятницу, 16 февраля, 18:15 на телеканале «Самара ГИС».